Подожди, я сейчас бабки достану. Так, что, погнали? Снимаешь? Так, всем здорово! Вы в Екатеринбурге. Это магазин «Траектория» производит раздачу бабла. Ребята, это вам не шуточки. Сегодня здесь будут выполняться самые умопомрачительные трюки. Ребята, мы всех рады видеть. Это день скейтбординга. I know it's gon' work out. Turn up, can't be cute, but the pussy game basic. Drop it, she twist off sick medication. Head in the bed, didn't know what she was facing. Blast like a spaceship. Boom. Hold on, work it out till it look right. Booty boots with a bag to the hood like. Niggas gotta look at it like a hood fight. Yoga and Pilates got the grip tight. Work out. Express yourself. Do your thing in the mirror, press yourself. We all make mistakes, correct yourself. If you don't like they style, then dress yourself. Work out. Work out, set the motherfucker out. Bend over, let that motherfucker bow. Work out. Back it up, bring that motherfucker down. Ass up. Что происходит? У нас есть 5 ублюдочных скейтбордов, на которых будут играть пацаны. Самые мощнейшие пацаны в этом городе. Самые лютые флетеры, скейтбордисты. Их называют скейтбордистами. Вот эти сволочи, посмотрите. Этот не Алешный тоже. Он тоже я. Все дела. Как в детстве. Смотри, колеса какие. У меня самого лучшего вон. А у меня так. А ты его слышишь, колеса разные. Это будет весело. Completamente contente, posso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente, posso dizer completamente contente. Me sinto completamente contente, posso dizer.
Оригинальный скейтбординг здесь, на ошибке такого нет. Продажа в целом. Эксклюзивчик. Пацаны, второе место. Денис, да. Кеды. Кеды. Вот там, пожалуйста, приходи, выберем тебе парочку прекрасных кариум. Ромка, третье место, Ромыч. Раки потратились. Все было прекрасно. Все очень круто, супер, вообще класс. Что да. Запомнилось больше всего? Подарки. Подарки супер, да. Досочка кайф просто. Ах, на круто и великолепно. Обожаю траекторию, траектория хороший барышап, на самом деле. Люблю. Траектория, респект. Очень приятно, что были различные контесты, очень много подарков. Траектория, респект! Шпотрикс был, и просто презенты, обалденно. И для девчонок, я 300 подняла за 3 разных трюка, и для девчонок были контесты, это тоже большой плюс. И салют бар, тоже респект! А еще осталась фигура на плазе, сваренная ребятами из траектории для нас, и можем на ней дальше развиваться, кататься. Спасибо большое, респект за это. Спасибо большое, это отличный праздник, это было очень круто, спасибо вам.